Противоположность, тем более, что сейчас Тирасполь мог пропустить первый мяч. Станш увеличит свое преимущество над кишиневским клубом, лидер чемпионата. Сейчас на данный момент 7 очков разницы Капельчук. И уже защитник из пустых ворот мяч выносит. Настоящий штурм сейчас ворот Тирасполя. Жан в центр поля выносит. Подбирает его тут же Аника и отправляет вперед партнером в атаку. Руамба и абсолютно один сейчас Блима. Вот мяч обработать не смог. Падает Пащенко. Тоже смотрит на Александра Тяна. Тот опять не назначен. Блима. Хорошая передача Блимы. Аника. Под удар и мяч в воротах. Марко Станоевич открывает счет. На 19-й минуте Шериф выходит вперед. И красивая комбинация застала врасплох сейчас защитников Тирасполя. Там и Михаил Стайкице, Сергей Георгиев, Саша Марьянович, Чуприан Тенаси, Вячеслав Лиса, Вадим Раца и Игорь Поярков. А Шериф у нас атакует. Луванор делает передачу на пащ. Прошла эта передача на Балиму и Балима. Пащенко 2-0. Бенджамин Балима сделал этот гол на самом деле для Александра Пащенко. И говорил я о том, что Пащенко такие мячи не забивает, забивает. И таким подарком от Балима. Сказали теперь Булату, что у него за спиной там Станоевич. Дедов теперь ошибся. Костров будет сам бить и бьет. Очень хороший удар в девятку мяч. Мог нырнуть, казалось, но Дедов, Блима, Блима один справа, передача Даду и промахивается по мячу Даду. Мяч Заречнюку сразу на правый фланг, Луванор его встречает, Заречнюк сам бьет и не точно. Заканчивается последний чей подбор. Ставит спину Георгиев. И мяч остается у Шерифа. Готов уже выйти на поле Тенаси. В следующей паузе это случится. Луванор. Метуа. Нет, не Метуа. Это Балима. И в касание красиво. Георгиев не смог пробить. И Баиштян. Ну вот помогают. Станоевич. Станоевич. Не получился выход 1-1. Гроссу все-таки доработал этот эпизод. Луванор выше всех прыгает в штрафной Тирасполе, но побед больше будет у Академии. Ну а разница мячей получше у Тирасполя. Раца справа мяч получает, бьет по воротам не точно. Заречнюк. Заречнюк. Ударная позиция. Бьет, не попадает. Створ. Ну вот это шанс. Раца. Дальше направо. Там Георгиев. Штрафной Георгиев бьет в руки Капельчуку. С центра поля сейчас команды заканчивают эту игру. Тенаси оказался на левом фланге сейчас. Уже в штрафной Тенаси бьет. Капельчук отбивает перед собой. И никто из футболистов Шерифа добавки не получается. Две минуты добавляет Александр Тян. Астанович входит в штрафную. Попытался сейчас поймать Капельчука. И